На городском стадионе «Бендер» продолжаются восстановительные работы. Среди предстоящих задач – разбивка беговых дорожек, приведение в порядок арены и газона. Сейчас проводят земляные работы по разметке виражей беговых дорожек. Нам погода не мешает. На сегодняшний день проведена работа по влагозадержанию на футбольном поле перед посевом травы. Сегодня силами коммунал-дор-сервиса проводятся земляные работы по благоустройству земляных дорожек международного образца. Длина стандартной дорожки 400 метров, ширина 1 метр 22 сантиметра. Таких дорожек будет 4 и 8 стометровок. В основании уложат асфальт и сверху резиновое покрытие. Для обустройства дорожек и сектора для прыжков стадион расширили на 20 метров и возвели новую подпорную стену. На сегодняшний день закончено строительство стены подпорной. Готовимся к восстановлению дренажной системы. Буквально завтра, послезавтра погода позволяет, мы уже работаем. Ну и, соответственно, как только позволят нам погодные условия, значит, будет происходить засев газона. Соответственно, и строительство беговых дорожек. Как растает снег, будем сеять траву. Подготовка будет усиленная к посеву травы. Здесь будут привлекаться агрономы наши, приднестровские. Ихними силами будем все сеять, ухаживать. Также к 25 мая планируют завершить все работы на арене стадиона. Здесь есть современный конференц-зал, комнаты для судей, в подтрибунных помещениях раздевалки и душевые. В прошлом году полностью заменили сети тепло- и электроснабжения. Открытие городского стадиона «Динамо» планируется летом. По поручению президента спортивный объект будет многофункциональным и доступным для всех горожан. К тому же работать он будет круглый год. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.